И привет, дорогие друзья, с вами снова я, товарищ Серафим, и с вами еще сегодня один товарищ, этот товарищ Монстер Тол. Да, всем привет. Да, мы как всегда будем наблюдать за выживанием супер-мега-выживастиков в виртуальных пиксельных мирах. Это Дэйв Стаффорд и Коди Гриллс. Напомню, что да, у них миссия найти этого леса Строуда. И, по-моему, они уже буквально приближаются к этому. Чувствует, да, что да. Рядом. Я вам даже вот сейчас покажу из прошлых серий, может, вы видели, что я увеличил свой паровоз в размерах. Да. И вот посмотрите вообще, какая красота. Обставил паровоз, я тоже покажу. Да, вот девушка тут бегает с бирюзовыми волосами, мне прям везет на них. Вот. Огородик тут, ящиков максимум. Она вот. Плачет? Да, она иногда даже плачет. Добавили мимики больше. Плачь, подруга, все хорошо. А, ее понятно, ее пугает галактическая политика. Да. И вот тут можно портативный пиксель принтер сделать. Кстати, ну, что? Это было, это старое еще. Ну, я еще не делал. С собой носишь. Это еще из старых версий. Ну да. Ну вот подобавляли, конечно, да, мы сейчас уже играем в обновленную версию. Причем даже частично русифицированную. Да, вот. Как вы могли заметить. Да, три вида уже, ну, три сундучка. Три отдела. Да, в рюкзаке. То есть уже с собой таскать можно больше. И что я могу сказать? Это гораздо удобней. То есть вы можете больше всего с собой натырить. Конечно. Корабль я буду, понятное дело, еще больше развивать. Скоро даже будет какая-нибудь родная планета найдена какая-нибудь. Ну то я, кстати, не помню, что это за планета, на которой мы. Над которой мы зависли. Так какая-то планета кислотно-тропическая, по-моему. Там, где мы ее с двух сторон прошли. Помнишь? Смотри. Я тебе еще экран так подключил. Видишь, выключается, когда нет никого. Я понял. Ну ты умеешь. Так, и... Она на стол залезла. Буянит. Празднуем. То есть рецептов гораздо больше добавилось. Это даже в обычную вот этот цель нажимаете меню. Здесь уже парочку каких-то лог-блок появился и... Еще кусок крыши новый, покрытие, черепица какая-то новая. Я уже молчу про роботический стол для крафта. Ну, как вот, бы... Вот, медные всякие, это же добавили уже стимула. Пойсон антидот. Это было, наверное. Ну, то да, всякие медные, золотые там. Лог, блок. Даже золотой блок есть вообще для мажоров. Да, да. Медные, серебряные и золотые блоки есть. Тоже очень прикольно. Куча, да, можно. Так, давай, наверное, себе скрафчу вот эту портативный пиксель принтер или что-то такое. Что мне нужно? 1000 пикселов, 5 дюрасталь слитков, 5 золотых слитков и 1 брульянт. А я не помню, крафтил я себе такой или нет. Так. Не уверен, что крафтил. Наверное, нет, потому что у меня мало всяких прибамбасов. Ну это ладно, я пока без него обойдусь. Так, так у нас вообще задача на сегодняшние галактические сутки, наверное, по миссиям пройти. Вот у нас по основной сюжетке по линии есть It's Party Time. Задание. И наверняка еще какие-то задания добавились в связи с увеличением корабля. Люди же думают, о, так это уже. Что она? Она играет на ящике и плачет. Она пришла, понял, к ящику залезла и сыграла на нем, типа как на игровом автомате или как на компьютере поплакала, поплакала и пошла спать. Так, мне нужно эту фигню теперь с собой носить, да, этот пиксель. А его применить нельзя использовать? Сейчас попробую. Где это все такое?
О! Применил. И такие ту-ту-ту-ту-ту, куча сразу рецептов. Рецептов жмения, да? Изучено, а ну. Смотри, что мне теперь? Я научился быстро перемещаться. Ну, слушай. Светильничек. Modern Table. А ну сейчас, что это еще? Nano Stove. Sliding Door. Sliding Door. О, нано-бинты, кстати. О. Я думаю, это полезная штука. Что для этого нужно? Ну, может, и мне... Бинт и пиксели. Да, обычный бинт и пиксели. У меня я могу сделать 50... А, слушай, все так... пиксели потратил. Так я, может, тоже могу сделать. Да, я 50 бинтов сделал пока что, ну, буду их собирать. Ну, ладно, я потом. Или, наверное, даже не, я их буду использовать. А, надо будет, значит, насобирать пикселов. Как... фармить пикселы, вы помните? Я не знаю, пофиксили это или нет, кстати, можно будет проверить. Что ты думаешь, сейчас на аутпост телепортнемся? Посмотрим. Mm-hmm. У меня как раз чуть-чуть... Есть там... земля? Чуть-чуть осталось, да. А я сейчас гляну, у меня есть где-то. Ну, я основно... Ну, 606 сэндстоун блок. Песчаник сейчас продам. Да, у меня и кирпичей, камней, все валом. А, ну... Ладно, пусть все остальное это валяется. Так, хорошо. Где мое? Давай на аутпост, аутпост. Да, телепортимся на аутпост. Терминаторы улетели в пространство. Mm-hmm. Телепортируются в пространстве и времени. Mm-hmm. Не нарушая пространство, временной континуум. Мы вообще путешествуем через кротовую нору с Морганом Фрименом. О. Даже магазин перевели, два стоп-телепорта. Да, сейчас мы попоказываем еще что-то. Ой-ой-ой, там что-то есть. Ладно. Вот, задание я вижу. Давай наберемся. Бля, меч у тебя прикольный, слышишь, такой армейский. Нож гигантский. Mm. У кого там задание? Да вот только что, вон, слева два пара. Ух ты. Так, ты. Хилотл. Струну? Ну, это без проблем, забацаем. Если уже не забацали заряд. Этот парень не говорит, он дал мне рисунок, хотя, возможно, это то, что ему нужно. Как классно, что попереводили. И вот, кстати, по поводу, да, инвентаря, что хочу заметить. Видите, в закладочке появился маленький такой пиксель, желтенький. Mm. Это значит, что у меня какой-то новый предмет. И когда я клацаю в эту закладку, он так, оп, светится. Значит, что я, что-то на... да, кодекс. Колони дид. Заранее брали. Слушай. О, так тут расширили конкретно. Готическая кровать. А подожди, у каждого свой что ли стиль или нет? А вот фонари. Да, готический гроб. Готический что? Но это можно, чтобы приманивать, понял? Диван готический, готическая кровать. Слушай, может себе готическую кровать поставить? Хотя у меня есть кровать-машина. Так, ну, это здесь, понятно, это не то. Классно, классно. Лавка фермера, внизу еще девка. О, еще задание. Вот. Добрый вечер, вы нашли то... А, вы нашли того, кому нужна помощь. Вы бы не могли сделать кое-что для меня. Если вы сможете найти эмблему Луны в Авианской границе, то я смогу наградить вас технологической картой. Куча заданий. Согласен. Эмблема Луны, согласен. И кусок для манипулятора. Тут еще задание. Где? Внизу? Какой этаж? А, вон, вижу. Да, блин, Баунти Хантер и еще одна. Да. Идет. Жучка поймать. Да стой ты, Баунти Хантер. Найти немного сыра и отравы. И... А, вот, еще вижу. О, слушайте, задание тут... О, у кого-то сердечки вылетали. Да, эмоции. Поймать подобрать. Одного для меня с помощью сачка. Ой. Жучка с помощью сачка. О, а что это у них сердечки вылетают? Да они типа друг с другом флиртуют. А-а-а, вот оно что. Вот, зайдем в Terra Mart. Продать. Так, и допустим я... Кстати, да, продать. Sell wall... А, все. Ноль. Убрали фишечку, да. А, ну сейчас. Но зато, а если сторговать что-то нормальное? Допустим, я гранату хочу продать. Не, ноль.
Неужели вообще убрали? А, ну вот. Сейчас. Даже нельзя землю продать. Дрель 36. Бомба 100 пикселей. Ну, наверное, настроили, но может еще не до конца. Ну, типа, уже нельзя разжиться с помощью куч земли. Но зато другие предметы стоят не один пиксель, а подороже. Ну, например, сейчас я не знаю. Вот у меня есть оружие. Пушка какая-то. О, 80 пикселей, 72 наконец-то. 72 пикселя. А не один. Я понял. 85 пикселей, вот, видишь, теперь все логичнее. Так, у меня есть какая-то пушка, я не знаю, я попродаю вот эти у меня запасные какие-то пушки есть. Я уж... У меня и так их валом, я со всех... Я запасные повыбрасывал все. Бур тоже стоит, но я пока оставил. Я оставил. Продал всякую фигню ненужную. Пойдем посмотрим на новый это, пингвиний магазин. Это на черный рынок. Ага, давай. Смотри, видишь, раньше была только эта бухта пингвина. Товары, бухта пингвина. Прикольно. Ничего тут нету пока что. Так, нет. Вот есть какая-то, что это такое, строится. О. Кран. Кран с пушками какими-то. Че, смотри, рыжий. Он качается, смотри, как он качается наверху. Пингвин. Ага, да. Блин, зря ты с ним поговорил, не видно. Да я вижу, вот, да. Такой, их. Че там они там строят? Этот еще что-то строит. Да. Понятно. Сварщик пингвин. Ну, прикольно, все тут, походу. Какие-то штуки. Кстати, вот эта часть корабля, которую он... Или которая рядом связанная стоит, это... Этих... Килотлов, по-моему. Ну, я понял. Тебя опять током шибет. Да, бывает. Ну, космос все-таки. Технологии. Не долетел чуть-чуть. Так, ну тут вроде все, да? Прикольно, да. Персонажи больше эмоций им подобавляли. Ну, общение, да, действия у них. Больше так. Задание гляну. Давай тебе на корабль. Отсюда вы на миссию. Труна. Стойка с книжкой. Себе. Эмблема луны. Сыр с отравой. И жучок какой-то. Ну поймать с очком жучка. Это все несложно. Но я думаю, мы сначала в этой серии уже пойдем по основной, наверное, да? Миссии. Ну да, потом уже будем заниматься потихоньку выполнением остальных. Так. Придется мне все-таки на мой корабль. Я чуть-чуть это, от графика строительства отстал. Я свой корабль не перестраивал. Я только добавил, у меня все пока по-старому. Ну, как всегда, вы знаете, строители эти. Даш там. Они, да-да, мы там успеем, да. Сроки там. И в итоге не доделали. Да. Объект. Так, ну, тогда пиксели-то тоже сейчас построю. Так, если хватит. 5 дюрастали, 5 золотых и диомант один. На миссию я же все равно не смогу с твоего корабля пойти. Ну да. Ну, кстати, у тебя жизни половина только, ты там восстанови как-нибудь. Да вот и я же, да. И... Так, 50... Как 50 бы бинтов. Да. У меня есть пиксель-компрессор. А что мне ненужное что-то есть? Что я могу пережать? Так, сейчас мы этот... Изучим. Бубух. Ох. Окей. Да, жменя, конечно, изобретение сразу изучено. Немерено. А ну попробуй серебро пережать. Рефайн. О, оно долго так будет. А зачем ты серебро пережимаешь? Ну, в пиксели. А, чтобы на эти было. Ну, бинтов, чтобы побольше немножечко сделать. То есть у меня только 50 надо бинтов. Я... Подожди, у меня есть, да, рефайнер есть. Пусть пока колбасится. Рефайн, ну да, по одному долго. 12 пикселей за слиток.
не густо, но хотя бы так я пока лягу в свою супермашину, восстановлю жизнь. Но машина — это сила. Так, вот опять какие-то perfectly generic item. Скрафтились какие-то, не помню из чего. А, это при обновлении. Да. Переработались. Какие-то идеальные предметы. Я, кстати, пока так и не понял, как их добывать в природе, где они, может, редко попадаются. По-моему, где-то рецепт был этого. Стенная панель. Так, о, куча. Стилблок. Смус. Ред той блок. Кусочек лего. Ага. А вот, кстати, у тебя есть струна? Нет, а как ее делать? А у меня есть две, можешь не делать. Я понял. Я заранее скрафтил. О, можно чисто с пикселей делать. Что нужно? Бинты. То есть 100 пикселов делается из бинтов, да. Ага, я понял. Так, сейчас посмотрим, рефайнери там, перерефайнерил. 100 пикселов за бинтик? Да, а ты как хотел? А, ну слушай, я... Тысяча, это на 13 бинтов. 14, ну 15 бинтов еще где-то сделаю. Ну, надеюсь, они меня выручат. Медь, вообще 5 пикселей за слиток. Ну да, ну то есть стимулирует больше добывать всякой фигни. Да, да. Не, ну видишь, уже все-таки, если ты подбираешь оружие, а оружие мы часто будем подбирать, его уже имеет смысл продавать не за один пиксель, а за несколько десятков. Да, то есть не выкидывайте. А, так, и ну, я, сейчас пожалуй... сейчас я до рефайнерию подожди быстренько, чтобы тоже себе хоть чуть-чуть скрафчу, тоже миссия обещает быть серьезной, возможно, даже напряженной. Экшен же будет. Ну, я думаю, 67 бинтов должно мне нано-бинтов хватить. Ого, 67, у тебя хватило пикселей? Ну да. Это у тебя столько пикселей. Да я же с того раза еще успел натырить, так сказать. Земли. Да. Землевладелец. Продал земли, да, и теперь богатый. Ну тоже нормально. Ну раньше тоже, знаешь, это же все балансится. Да. Так. Ну, видимо, кстати, мы в следующей, наверное, серии пойдем. Или мы успеем. Потому что у нас серия уже так подзатянулась немножко. Ну, я думаю, в этой серии мы, может быть, отправимся туда. А, ну, кстати, да. Вариант. Такие подготовленные, броньку мы максимально ж вроде сделали. Ну да, да, я смотрел, максимально мы дюрасталевую броню сделали. А следующая броня тут? Это нам есть. Нужно сделать следующий станок. О, стенная панель. О, классно, кстати, что появилось. Угу. Кстати, тоже мне опять все вроде поапгрейдил, но места не хватает. А не хватает его зачем? Затем, чтобы кучу станков еще наустанавливать. Надо будет тоже все это переделать, так как это такой полувременный вариант. Ну, вот я пока особо, да, и не стал тоже заморачиваться. Потому что здесь вот я вот что нашел. Creature Capture Station. То есть Platinum Bar 20, я, наверное, даже сделаю эту фигню. Ну да, пока что мы не можем следующие станки сделать, ладно. Платинум, ты где? Вот он. С покеболами эту штучку. Да. Интересно, что она вот сделать. Покебольную станцию. Ну, а я сейчас посмотрю, сколько эти алмазы будут стоить. О, 50 пикселей диамант. Нормально. Это я понимаю дело. Так, видимо, я эту штуку поставлю возле девки там. Так. Сейчас к тебе телепорчусь. А, подожди, зачем же я миссию, я же не смогу. Или, ладно, сейчас попробуем, ты отправишься на миссию, а я попробую к тебе телепортнуться. Попробуем так схитрить. Я понял, сейчас по-другому установлю, не так установлю. Вот, вот так вот. Нано-бинт. Сколько их? 31 бинт могу пока что сделать на все свои карманные. Capture pod.
8 стальных слитков. А, у меня просто обычные бинты закончились, ладно. Так, а ну-ка. Ладно, да, уж действительно, так в этой серии мы, получается, чуть-чуть обозрели. Можно так выразиться, посмотрели, что... Ну да, игра очень часто и быстро обновляется. Что пообновлялось. Набрали новых миссий, и получается, в следующей серии у нас уже будет экшен. Steel Bar. Слушай, у меня этих Steel Bar не так много. Давай уже на миссию отправляться. Да, ладно, потом уже с этими Capture Station'ами разберемся. Так, где моя мечака? Так, и... Так, что мне нужно нажать? Уже. Напомни. А вот, на компьютер. Миссии... Таинственная вечеринка, да? Да, и отправиться на таинственную пати. Выполнить миссию. А я сейчас попробую к тебе отправиться на таинственную тусовку. Я еще пока лечу в пространстве. Ой, я на корабль твой прилетел. Потому что я еще лечу. А я еще раз попробую. Но я еще до сих пор лечу. А я опять на корабль прилетел. Ну ты подожди, пока я долечу. Да, она подзадумалась. Ну да, лечу или... О, а нет. Так, ну ладно. А? О, наконец-то я телепортировался в лесу где-то. А ну-ка, я к тебе сейчас. Так, что-то тоже оно подзадумалось. Ага, да, слышишь, классно поменяли. Эта же миссия чуть-чуть другая была. Я понял. В бок, ну это чуть-чуть нельзя, странно, да. Сделали, да. Ну да, ну типа, ладно. Так, слушай, ну это действительно интересно, да, можно на следующую серию отложить, потому что поменялась даже сама миссия, само оформление. Угу. То есть первый раз, и получается, я и мой коллега будем проходить эту миссию. Не, нельзя ломать. Да, понятно. Так что... Что это за звуки такие? А это когда рубаешь то, что нельзя рубать. Нет, другие, музыка. Ну да. А, да, ребят, в общем, в следующей серии вы увидите уже, как мы будем колбасить все это дело. Ну, спасибо. Так что включайте, увидимся. Так я арсенал про.